Сегодня я расскажу вам о том, что нового происходит в блоге ironovikova.com. Итак, у нас стартовал конкурс, который мы проводим совместно с Акватера Wellness and Spa, для которого всем желающим придется в прямом смысле изрядно попотеть. Речь идет об идеальном прессе за 4 недели. Если вы не успели подать заявку, это не значит, что вы не можете бросить себе вызов самостоятельно. Смотрите, повторяйте и занимайтесь. Лариса, привет. Привет. Я готова. Ты? Готова? Ну, я тоже готова. Начнем? Начнем. Давай. Выдох. Вот, смотри, локти никогда не своди, а разводи, да? Угу. Подбородок наверх. Все, отрываемся. Выдох. Подбородок, подбородок вообще не работает. Есть. Выдох. Вот это будет первое упражнение. 2, 1. Только шею не тяни. Первое, угу, что отрываем, это лопатки. Вперед. Вверх. 3, 2, 1. Еще. Выдох. 3, 2, 1. А теперь информация для тех, кто успел на все это подписаться. Еженедельно в передаче будут появляться комплексы упражнений, составленные профессиональным тренером. Ваша задача – выложиться на максимум, а затем поделиться своим еженедельным результатом и с нами. Обладательница лучшего результата по итогам 2 недель получит возможность позаниматься в Акватера Wellness and Spa вместе с тренером, а заодно и старающейся рядом Ириной Новиковой. А победительница всей гонки получит специальный приз от Акватера Wellness and Spa. Во-вторых, обновление для тех, кто любит длинные интересные посты. В рубрике Stories из раздела Lifestyle каждую неделю выходят новые интервью. На этой неделе, пожалуй, самое актуальное – с бывшим исполнительным директором Нобелевского фонда Михаилом Сульманом. Господин Сульман приехал в нашу маленькую, но гордую страну с частным визитом. Но как человек развивающийся и образованный, он не мог не обратить внимания на молдавские явления и парадоксы, которые нам, жителям этой земли, кажутся вполне себе обычными. Ну и в-третьих, особое внимание на этой неделе было уделено разделу бьюти, и в частности волосам. Женщина должна быть прекрасна от макушки до самых кончиков. Как же становится обидно, когда эти самые кончики портят картину образа. Сегодня я попробую одну волшебную процедуру, которую, надеюсь, надолго решит проблему сухих и секущихся концов волос. На борьбу с ломкими, секущимися и сухими волосами были брошены все силы, в том числе и процедура трехфазного молекулярного восстановления волос ProFiber от L'Oréal. Там же вы найдете полезные рекомендации по тому, как сделать замысловатые с виду, но простые в исполнении прически, и как придать объем волосам за счет окрашивания. И в завершение ответ на самый популярный вопрос, как стать участницей программы «Новая я». Ответ прост. Заявку подают в блоге.